но прежде всего, конечно, руководству ДК «Знамя труда», за то, что они нам дают возможность, за эту площадку, за то, что мы можем здесь заниматься, тренироваться, выступать, участвовать в различных концертах. Конечно, большое спасибо хотела сказать Львову Наталье Александровне и большую благодарность Жмаевой Ларисе Федоровне за помощь в организации этого концерта, за то, что мы смогли показать вам, за то, что мы смогли сделать за эти все 3 года. Также хотела бы сказать спасибо большое моим педагогам. Я знаю, что некоторые сейчас из них в зале. Хотела сказать спасибо за поддержку, за то, что когда-то вы меня научили. Благодаря вам я начала заниматься и восточными танцами, и смогла ваши знания передать, также ваши знания передать и своим ученикам. Ну и также большое спасибо всем друзьям, родственникам, родителям, которые пришли в этот день сегодня поддержать меня и мой коллектив. Ну и самое большое, конечно же, спасибо это моему детищу, моим девчонкам, моему коллективу, Фазе. Они стали для меня частичкой, моей семьей, моими друзьями. Мы с ними вместе и отдыхаем, и проходим все радости и горе, и переживания, и все-все-все. Я их очень люблю. И хочу сказать спасибо им и всем вам большое спасибо, что пришли.